видеоинструкция для сборки маятника. Достаешь, вот такой пакетик у тебя будет получаться. Вскрываем. По фурнитуре должны быть вот такие наклеечки, втулочки 8 штучек, шайбочки тоже, 6 шурупов, 3,5 на 55, 30-е, 6 на 30, в количестве 12 штучек. 50-ки 2, они потом надо. 40-ки. 40-ка это штопор, штопорить, чтобы качание, чтобы не было качания. И 50-ки. Вот такая комплектация деталей. 4 тяги. Так, дальше. Важно. Важно то, чтобы вот эту деталь вложить вот здесь забивные с муфточки. Их нужно ложить так, чтобы они были сверху, мы их видели. В этой детали есть намеченные сверления, куда вкручиваются наши шурупы. И вот так вот. Словили первую дырочку. Важно тоже, чтобы шуруп ровненько стоял, чтобы потом не раскололо. Все. Вот этими наклеечками. Потом вот это вот все закрывается. Вот такая деталька у нас готовая. Все. Так. Итак, у нас получилось вот таких две детали. Вот такие ровненькие, чистенькие. Все заклеено. Ничего нету. Здесь тоже заглушечками заклеено. И сюда надо, теперь сюда надо навесить вот эти пластмассовые тяги. Втулочка, шайбочка. И 30-й болтик. Винтик-болтик. Все. И вот так 4 раза. Так, дальше. После того, как висят у нас все пластмасски, нам нужно надеть вот эту подвижную часть. Царгу подвижную. Для этого надо, опять же, 30-й болтик. Важно, чтобы шайбы все лежали на пластмассовых тягах. Потом втулочка. И прикручиваем шурик вот здесь. Болтик, шайбочка, втулочка и прикручиваем. И вот так вот у нас получается. Следующий. Вот такая у нас есть деталь. Нам надо соединить вот это все. Для этого надо вот здесь муфты. И опять же вот этот винтик.
оживляем, соединяем. Все, маятничек у нас готов. Вот эта длинная сажа, она нужна уже, она находится в ящике. И нужна она, когда уже нашему малышу вот так вот. Ну, вроде бы все. Ну и последнее. Сороковый болтик нам нужен для вот этого штопора, чтобы не было качания. Закручиваем. Все, не качается. И 50-й болт у нас уже для сборки и соединения вот этого маятника с самой кроваткой. Он снизу прикручивается с той стороны, потому что вверх ногами перекидается кроватка и прикручивается вот этот качательный механизм, называемый маятник.